Конец завесы. Как не конец? Вот так вот. Ты смотришь Perpetuous Play. Меня зовут Саша. Играем в злой Дикий Запад. И Джесси. Делаем ставки. Как ты думаешь, в прошлой серии из-за того, что нельзя вернуться назад, я не смогу взять сундук? Вот этот. Или там был какой-то поменьше сундук с денежкой, например, да? Или там, в принципе, была какое-нибудь чтиво? Дай знать, как ты думаешь. Жаль, конечно, я не знаю, почему они так делают, но они так делают часто. Да-да, ребят, я знал, что вас придется убивать еще раз. Но это не проблема. Да, и 2000 долларов. Это значит, что там... Совсем немного. До бластера. Да, ты уже здесь, конечно же. Постараюсь передвинуть ближе, сэр. Давай. Ты уж постарайся. Ты уж передвинь. Огромный респект всем, кто поддерживает меня и Джесси лайком. И комментарием. Воодушевляющим. Каким-нибудь. Особенно связанным с игрой. Вообще, прелесть. Под надзором маяка. Слезай давай. Ладно. А вот теперь ты слез, да? А? Извини. Я тебя не так понял. Фак! Твою, сука, мать! Ты воспользовался ситуацией! Сюда иди. Нет, все. Да. А я все равно его грохну. Ладно. Подождем его грохать. Я так и знал, что ты что-нибудь такое учудишь. Нехер. Нехер! Ах ты, сука! Сейчас я взорву. Вот так. Тварь. Ладно, давай я к тебе. Уу! А хочешь дробовика? Не хочешь. Понял. Ладно, ребят. Не забываем про эту штучку. Ладно, я почти успел. Все, я чуть-чуть. Я же буквально чуточку. Ребят, вы видели это дерьмо? Вообще кошмар. Я же говорю, ужас просто какой-то. Оп, мое. Угу. На этом его фиг поймаешь. А вот на этом он может поймать, как дети в школу. Зараза. Но они все равно пропадают, да? Надо, считай, юзать так. Давай уже, когда будет электрический удар по тебе, а? Сколько можно? А, вот. Зарядилась, наконец-то. Мистер Джесси слева, что? Что? Разводишь. Как можно? Я же сражаюсь тут с гребаным злом. Ты что? Схавал? Угу. Добивашечку устраивает, а? Тварь. А, ты это имел в виду? Так этого дерьма тогда не было. Это все фигня. Ладно, можно было. Ты подождешь, да? Ну, как бы... Не очень ты нацелен на то, чтобы подождать, я тебя понимаю. Джессичку убить каждый хочет. А ты попробуй не убивать Джессичку. Вот. Фу!
Сейчас, подожди, я к тебе вернусь. У нас с ребятами неоконченный разговор. Все, хана ему. Падай. А теперь я к тебе вернулся. Наконец-то. Прикинь. Только хотел обнять. А тут такая херня. Ну какой же ты крепкий, а? Какой же ты, сука, крепкий? Я тебе передать не могу, какой ты крепкий. Он, по-моему, каждый раз они все хлеще и хлеще, эти ребята. Да, Джесси тоже, конечно, на месте ни хрена не стоит. Но, знаешь, не на такой же степени, да? Или он полечился очень изрядно, покуда я там отвлекся на капельку. Ага. Ладно, я понял, что я уже начал наглеть. Ага. Чуть не зацепило, прикинь. И это мы сняли половину. Ну да. Это мы только половину сняли. Обалдеть. Что бы делал без этой способности, которая вышибает из него дополнительные пули? Когда я попадаю в эту его фишку. О, ребят подоспели. И все вместе, да? Не круто как-то получается. Джессичка, один. Мне еще нельзя давать ему лечиться, потому что это все будет напрасно. То, что я набивал там из него дерьма. Вообще... Ну как-то, ну не круто. Ну вот видишь, вот об этом и речь. Не, ну допустим, это бы пропало, конечно, я все понимаю, но... Ну, на такой же степени. Да, вижу. Дерьмо-то из тебя вывалилось, но ты ж полечился, собака, а? Yes. Это Джесси сделал четко. Да, вижу я. Оу, это было так близко. Просто капец, как близко. А тебя я не зацепила этим дерьмом, да? Ладно, все, умри. Собака, у него только что была половина жизни. Не, нельзя. А что это вдруг? Я из него столько дерьма понавыбивал уже. Как оно в нем, в принципе, умещается, а? Но мы разошлись полюбовно. Сочтемся на четверти, да? Нет? Ну ладно. Сколько можно? Сколько можно, а? Вампирская ты тварь. Хочешь, не хочешь, а он все равно неплохо так лечится. Ну и да. Fuck you, а? Только не говори мне, что еще раз тебя хреначить. Серьезно. Ну перебарщиваешь. Ну, что там? А теперь прыжок, да? Я так и знал. А хочешь дробовика? На. Даже если не хочешь. Мне-то не жалко. Да. Я просто начинаю делать ошибки из-за того, что он такой толстый. Но! Конец первого раза. Нифига себе ты! Да что там с ним сделать, с этим Вирджем? Да, я тоже надеюсь. Но мы еще такого увидим, я в этом уверен. Может быть, там было что-то вот такого плана. А может быть, сундук. А с другой стороны, два сундука подряд. Кто знает?
Ты да, я так на него не попробовал эту фигню на X. Зараза. Ладно, попробуем. Так спокойно становится. Мне кажется, обнаружил вход, мистер Джесси. Отлично, Вердж. Отлично. Если бы ты еще обнаружил парочку выстрелов в голову этому вампиру, пока я с ним стрелялся, сражался, было бы просто замечательно. Но это не в твоей теме, да? Путь чист, мистер Джесси? Придется искать твои катушки на ощупь. Ничего, сэр. Я к темным захламленным комнатам мне не привыкать. Оу, спасибо, мистер Джесси. Мама родная, что это за хрень? Это мистер Джесси. А, полагаю, ради этого, этой хрени здесь расставили эти. Впервые вижу столь занятное существо. Похоже на динозавра. Таких же еще в пустыне выкапывали. Что там? Это невероятно. Согласно данным исследований, это существо доколумбовых времен. Местные называли его Пиаса. Скотт в штаны наделает, когда услышит об этой штуке. То есть агенту Блума весьма заинтересует находка. Мифологическое существо — его специальность. Но увидеть такое своими глазами... Раз чудесно. Жуткая девчушка собирает армию из грязнокровок. Какое отношение имеет это к этому ты? Смотрите, последняя запись сделана 3 года назад, 12 мая. Вероятно, в тот день пришли клещи. Этот уродливый трофей, вероятно, был для нее важен. Очевидно, она была против непрошенных гостей. Хватит. Подай катушки, парень. Поищем место, в котором ты сможешь... нормально поработать, а я смогу нормально пострелять. По своим. Потому что посттравматический синдром никто не отменял. Тут уж... Они же недаром делают электрооборудование, которое не поражает людей. Что-то подозрительное. Подозрительно быстро. Мистер Рантье, сэр, у нас проблема. Я сейчас как бы занят. Ну, вообще-то, это срочно. Нескольким клещам удалось вырваться из подвала, и... Кто вырвался из подвала? Это произошло случайно. Я позволил себе проводить эксперименты над пойманными клещами, и ситуация вышла из-под контроля. Мистер Джесси, прежде чем вы пойдете в ярость и превратитесь в жуткого маньяка, подумайте, ведь это прекрасная возможность. Вердж, ты в курсе, что ты делаешь все, чтобы я тебя ненавидел? Помните ту неисправность перчатки, которая помогла вам вашей и вашему отцу выжить? Оказывается, это не неисправность. И благодаря мне вы можете ее контролировать. Не за что. Надеюсь, это сработает, иначе я перережу твое лицо. Перегрызу. Мне некогда решать проблемы, которые вы тут наваяли. Прошу, не говорите об этом доктору Блэквеллу. Мистер Рантье? Пошел бурчать и справляться с работкой. А чё бы нет? Чё бы нет? Да, там новые способности. У нас появились новые способности. Устройство пораженного электричеством врага образует энергетический элемент, не работает в режиме перегрузки, убийства. Да. Такое. Если честно, такое. А это что? Ох, не часто это. Это тоже последнее время не часто используем. Ладно, подождем, что там торопиться. А что у нас здесь еще? О! Эффективное завершение. Использование добивания хлопушки провоцирует электрический всплеск с образованием энергетического элемента. Чтобы добивать врагов с помощью хлопушки, совершите притягивание или рывок. Я это часто делаю, но 5000 мне на бластер надо. 5000 как раз на бластер. Большая пушка. Урон винтовки повышен на 20%. Так ли мне надо на бластер, да?
Надо, надо, очень хочется. Просто оно выглядит так прикольно. А что с дробовиком здесь? Выстрелив из обреза в противника перед тем, как тот атакует, вы нанесете ему двойной урон. Угу. Контрудар из дробовика это четко, но не настолько эффективно, я думаю, как вот эта штука. Ладно, хорошо. Хорошо, разберемся. Что там, где оно? Мне опять подвал обыскивать? Я там уже два раза был, ребят. Имейте совесть, я дважды, я из подвала не вылезаю вообще. Вероятно, это связано с твоей любовью к взрывам. Вероятно. Февраль 1875 года. После того, как младенец восточного происхождения чудом пережил загадочное происшествие в Чайна-тауне, многие религиозные лидеры призвали к изгнанию богохульных оккультных практик, прибывших с Дальнего Востока. Вот этот вот, с косой. Косильщик. А? Вампирокосильщик. Есть газонокосильщик, есть вампирокосильщик. А что вы тут повесили этот бластер? У меня еще и нету его. А, или есть, я просто не пользуюсь из-за вредности. То есть время от времени обхаживать свою хату на предмет ништяков тут... В принципе, даже и норма, как я погляжу. Они постоянно что-то подкидывают. Или можно было бы обойти ее один раз. Потому что оно никуда не делось бы. Не факт. Вообще не факт. Мне кажется, очень даже бы делось. Да и если так взять, то все чтиво, которое появляется, за раз бахнуть, это будет слишком нудно. А так, по чуть-чуть. Вот видишь? Мне еще не доводилось встречать женщин-врачей, что ж, времена меняются. Женский медицинский колледж Пенсильвании, 1879 год, магистр медитации. Медицины Эмили Ф. Блэквилл. А че этот не вырвался? Ну пойдем посмотрим, что же они там такое освободили. Я надеюсь, что-то прям суровое, а не просто стандартное дерьмо. Это наш тестовый полигон. Только тестировать будут здесь Джесси. Нажмите Т, чтобы активировать режим перегрузки. Воу! Да, конечно, маловато врагов здесь на режим перегрузки. Где ты был, а? Я тут... Перезагрузку в режим включил. Да, мне это понадобится. Я-то думал. Ну ладно. Но понатыкали этой фигни на случай, если мне не будет хватать изрядно. Я вас, вас в бесконечном долгу. Клещи в подвале, Блума? Ты чё, блин, Блума? Простите, зря хотел провести эксперименты. Ну, все пошло не так. Такого больше не повторится, сэр, обещаю. Доктор Блэквелл ждет вас наверху. Да, я надеюсь. Не, штука прикольная. Они все подкидывают, подкидывают новых способностей. Это прикольно. Пришли вести от агента Грейвенора. Хорошие или плохие? Это личная информация. Кстати, о плохих новостях. Я нашел останки гигантской древней твари в Блэкстере. Бакстере. Не знаешь, о чем это? Подозреваю. Почему агенты не подпускают никого к твоему отцу? Безопасность, док. Калика, последняя работа о ячейке в стране. Пусть таковой и останется. Но я профессиональный медик и глава этой ячейки. Значит, тебе знакомо понятие субординация. Так точно, сэр. Эмилия, ты не обязана. Я предпочитаю доктор Блэквелл, сэр. Готова к докладу, когда пожелаете.
Ну, ты хотел субординацию? Джесси, за что боролся, на то и напоролся. Чё ты начинаешь? А? То ему субординация, то ему не субординация. Так, ну все, мы уже обижали все. Ну что можно? Да, вот здесь мы. Давай, сейчас, секундочку. Смотри, что у тебя тут украсть еще можно. Ладно, ничего. Ты тут хобот. Расчленяло создание, обнаруженное в подвале дьявола. В перевале. По сути, огромная пиявка. Кровопийца в некотором роде. Значит, это живой сосуд? Именно. Более того, микроскопический анализ показал, что кровь внутри пиявки невероятно стара. И она не похожа на все, что мы видели ранее. Фелисити скармливает ей своим фамильяром. Надо узнать больше о лесопилке, о том, как она связана с этим дерьмом всем. С хоботами! Отвод глаз. В Бакстере Джесси с Верджилом находят очередную часть головомойки. Тамошнюю звезду заката. Лесопилка Маккаллума была основана в 1845 году Элайджей Маккаллумом. Семейное дело. Элайджи умер 2 года назад, и лесопилку выкупил инвестор. Конгломерат банков, нефтяных магнатов и всего остального. Зачем такая большой шишке понадобилась лесопилка? Неясно. Сделка есть сделка. Что насчет леса? Старые места? Нет, ничего такого. Что ж, похоже, это место предстоит выяснить. Мне предстоит выяснить самостоятельно. Спасибо за наводку, доктор Блэквелл. Я живу во имя службы, сэр. Да, так что ж тебе не нравится субординация-то так? Если во имя службы ты живешь. Исследовать лесоотпилку. Да. На лошадке мы уже не поедем, да? Она тут чисто для антуража. Ну, почему бы и нет? Это ж тебе не конь всадника апокалипсиса, который там может и в бою пригодиться. Тут против вампиров. Джесси сам. У меня плохое предчувствие. А что, нормальное предчувствие. Сейчас тебя попилят на этой лесопилке и порубят. Что, нормально все будет. Ух ты, хлопушка ходит с ума. Похоже, рядом морок. Да ты что? Минуточку. А что же она не сходит с ума, когда тут бабло рядом? А? Джесс. Да я там был, ни хрена там не было. Сестер говорил что-то об источнике морока. Вот он. Можно было и расстрелять, но Джесси не боится замарать лапы. Слушай, класс. Еще противнее, чем я ожидал. Думаю, эти жуткие наросты и поддерживают морок. Надо найти все и уничтожить, чтобы уничтожить иллюзию. Развеять. Вон куда кишка аж потянулась. Это они занятно придумали. Знаешь, вот детали. Ну, так приятно. Оно аж горит. Ну что, пускайте уже и нежить. О, поползли. А это у нас камикадзе, да? Одного выстрела будет достаточно из пистолетика? Не из пистолетика. Вау! И вдруг я вспомнил серьезного Сэма. А, можно просто подставляться. Ну и норм. А можно просто и не подставляться, да? А, просто отходишь назад и все, и оно ничего не может тебе сделать. Нет, кое-что может. Так, все, отвалил, ты че? Ну извини, я увлекся, да. Твоя башня была расстреляна чудовищным образом, ну что поделаешь.
Жаль только... Так просто в них не попасть. А ему был нанесен урон, я не заметил. Хрясь! Найс. Прикольно. Вроде ничего нового, но знаешь, так приятно. Так же приятно же. Да просто хорошо давно прожеванные фишки. Все еще работает. Девчонка смеется? А. Да? Отец. Кажется, существует еще один древний зверь, которого мы можем использовать в войне. Его кровь более древняя, более чистая. Да. Он жил в доколониальные времена. Это то, что объединяет всех нас. Источник всей силы содержится в его крови. Вау. Дневник Фелисити. Фелисисити. Снова кости и кровь. И куча этих... А ну-ка. Кусков дерьма. Ну не все же руки марать. Джесси и так может помарать их. Интересно, каких усилий стоит вампирам вот это вот наваять. Да. Один или два источника еще. Не, ну серьезно. Хотелось бы вот в этой вселенной еще и за вампиров поиграть, чтобы понять, насколько Джесси заноза в заднице. Давай, падай, ну. Так и знал, Джесси, так и знал. А ведь я тут не контролирую, тут все заранее продумано. Тоже за мной. Ну вот и все. Здрасте, ребят, да? Прикинь. Так, ребят, я могу еще и вот так вот устроить. А вообще-то оно еще и заканчивается время от времени. Ну, так и бывает. Но помогает. Более чем. Против толпы, разумеется. Против босса оно будет практически бесполезно. Хотя, смотря какой урон наносится за один удар. Даже? Подожди секундочку. Я же попросил. Я же попросил, сука. На колени, тварь. Какая-то проблема у Джесси с головами, да? Он всем сносит бошки. Хотя нет, некоторых рвет пополам. Ну что, налево или направо? Опять вот эта вот жопа. С развилками. Как я не люблю, когда они делают так, что невозможно вернуться назад. А там явно был более крутой сундук. Потому что я его не нашел, а вроде заглянул в каждую задницу. В той шахте. Быстро, кстати, тратится энергия. Может, еще одну батарейку удастся развить со временем. Заканчивается оно мгновенно. Андалусия потратила целое состояние, чтобы заполучить эту дыру, но здесь ничего нет. Этим оборудованием не пользовались целую вечность. Тут что-то не так. Ответ наверняка кроется там. За завесой. За навесочкой. Маленькая сучка смеется. Взгляните на себя, дети мои. Вы были больны, слабы, ничтожны. Нищий, обреченный на муки скот, вечно борющийся со сохранением
за сохранение своей бесцельной жизни. Своим потомкам вы могли завещать лишь страдания, но вы решили принять мой дар и оставить вечную гнетущую боль позади. Я наделила вашу кровь смыслом. Лишь она имеет значение. И жизнь, не забывай. А если бы я там не выстрелил эту фигню, я бы сюда не прорвался бы. Я вас слышу, гады. Но только достать не могу. Пока не спущусь достаточно. Чтобы и вы могли до меня добраться. Что это? Ух ты! Посмотрим на эту красотку поближе. Огнемед. Вот это поворот. Вот этого не ожидал. Хотя после бластера можно было ожидать чего угодно. Не самое замысловатое оружие. Институт Рантье, извергающее пламя врагов. Скрытая проводка использует энергию перчатки для постепенной заправки топливного бака. Нажмите 2, чтобы снарядить, и 1, чтобы открыть огонь. Серьезно? 2, чтобы снарядить? А вместо чего я снаряжаю его? Я не спускался, Джессик. Кто дал тебе вообще команду спуститься? Ребят? Знаешь, не самое замысловатое, но работает. На ура. Не, серьезно. Хоботами уже машут. А как долго оно перезаряжается? По крайней мере, а, вон оно. Класс! Слушай, и новые пушки, и новые хрюшки. Вообще класс. Я же говорю, вот игра, она простецкая, да как угол дома. Имеется в виду, незамысловатая. Но все, что в ней сделано, сделано очень качественно. Это очень радует. Без преувеличения я могу сказать, что вот это единственная игра за очень долгое время, которая ни разу критически не заглючила. Я имею в виду, не вышибла в... на рабочий стол, не зависла. Да, не было, изначально не было этих самых субтитров. Но это практически ничто по сравнению с тем, что бывает в основном в других играх современных, новых в частности. Конец завесы. Как не конец? Да сколько можно? Сколько эти вампиры строили и перестроили? Кажется, это последний. А я думал, она вся рухнет. Джейсон, тебе видней. Ладно. Я был уверен, что она расколется вся. Джейсон должен присутствовать лично, чтобы она раскололась, да? А то будет не круто. Хорошо, что она ничего не весит. Вот этой воне... Добра не жди. Оу, личиночки, инфернальный красный цвет. Опа, это мы удачно зашли. Оу! Старый знакомый! А у меня огнемет не перезаряжен, прикинь. Бывает же такое. Ну ладно. Отталкивайте обычных врагов в больших с помощью пушечного ядра. Угу. Да, очень прикольно, но... не всегда так действенно. Ни хрена себе. И брони как не бывало. Ну ладно. Не беда, не проблема.
меня был ластер, да? Сейчас еще огнемет зарядится, ребят. Вот вы обрадуетесь-то. А я уже думал, нам конец, Джесси. А нет. А, то есть ты по-любому их будешь создавать, да? Да блин, как этот апперкот там делается? Паков, а? А, вот там что, пузичко твое. Так, а ну давай. Да блин. Да как я его делал? Это пушечное ядро, вроде ж... Все правильно. А вроде и нет. Ладно. Нифига не получается это ядро гребаное. А чё по разу, а? Интересно, просто сколько урона нанесется ему от этого дерьма. Только хотел вот, только хотел ему в пузико зарядить. Не, надо все-таки ядро, да? Ядро, надо ядро. Я же говорю, ничего критического. А, еще попади в него, блин. Говно. Как? Ребята. Не, я так понимаю, просто нужно фигачить в него, да и все. Классно поймал я эту хрень. Конечно. А с другой стороны, просто в него фигачить не получится. Они очень сильно мешают, когда их много. Но когда их чуть-чуть, то нормально. Ладно, давай. Не сейчас. И не сейчас. Все понял, в жопу. Это было близко. Ничего, ничего. Все нормально. Все в порядке. Их сносит не хуже, чем Джессичку. Я тебе скажу. Но их дохренище просто. Эх, надо было притянуть. На самом деле я ему набил морду. Фиг попадешь, честное слово. Да, Джесси? Вот если бы что-то не на него и сверху можно было бы сбросить. Было бы замечательно. Серьезно? Ладно, хорошо, не попал. Согласен. Уу! А я думал, нам конец. А на самом деле нет. Новый старый враг, получается. А мы уже начали сдаваться, да? Отлично. И шоковая терапия. Найс. Ну все, видишь. И без этой херни. Это я еще до огнемета не добрался. Интересно, мне очень интересно попробовать огнемет именно на большом дяде. Потому что, ребята, это такое. А вот большой дядька... Ладно, ладно. Все, а ну давай попробуем. Не,
Ты чё, Джейс? О, торкнуло. Ну, знаешь, останавливающее действие четкое, но урон не такой четкий, как хотелось бы. Это правда. Но знаешь, очень даже неплохой все равно. Оп, стой, это мое. Прикинь, вдруг вспомнилось. Оу, фак! Как это было близко. Слушай, класс. Набираем обороты. Но не так и сильно его вколбасило, если честно. Хотя, знаешь, может быть и сильно. Вспомнил, да, называется? Вспомнил. Да, ребят. Ага! Ну его сразу же крышуют, ребята. Сразу же его крышуют. Очень, кстати, неплохо крышуют. Оба-на, он поднялся уже на второй ярус. Это, по-моему, перебор. Дядька со второго яруса, это перебор. Нет. Давай. Yes. Было попадание. И терапия. Огнемет. Мне нужен огнемет. Иди. Да ладно, как не идешь? Во, ладно, все. Извини, что я тебя так дергаю, но просто я как нарочно, да? Нифига подобного. У-у! А я думал уже хана нам с Джессичкой. Но нет. Все в порядке. Сука. О, вот и лечение. Да попал же! Нет! Начинается, да! Все нормально, все в порядке, еще все в порядке. Уже не в порядке! Уже не в порядке! Сука, ты больная, а? Извини. Да! Ладно, это уже нервы. Это уже нервы, потому что он уже прям суровый начался. Прикинь. Это все тебе. Yes. Там не бегут эти взрывные еще, нет? Последняя партия. Вот это было близко. Оу! Оу! Да, это... Не, знаешь, на самом деле они очень правильно подсказали, но... Нужно было, чтобы руки вспомнили. И как только они вспомнили, все, все очень даже быстренько... обошлось. Да, Джесси? Нет? Да. Огнемет хорош, но все-таки не против боссов.
То есть огнемет против боссов помогает и очень неслабо снимает жизнь, учитывая, какие они толстые. Но... И против толпы эта штука эффективнее, и тратить его на боссов, ну, такое, на вот таких боссов, как минимум. Не души. Она обратила всех работников. А, Джесси, я не хочу тебя сильно напрягать, но ты можешь подсказать, как добраться? И здесь какая-то новая способность. Нет. А, призрачная шляпа. Ну хорошо. Призрачный Джесси. Я же говорю, со временем он переоденется полностью. Честно говоря, изменения в шляпе я особо не заметил. Они есть? Не, ну то, что она призрачная. Да, помятая. Новая шляпа. Просто, господи, ребят, ну сказали бы, помятая шляпа, ё-моё. Я что, против, что ли? Пусть будет помятая шляпа. Падай. Нет? Призрачная. Придумает тоже. Слушай. А... Ну явно же сюда, потому что ну никак же там. Или пострелять по ящикам. Ну обойдем. Так, а что там? Оу, ес! Бластер. А ну-ка. Внезапно это начало походить на Звездные войны. Интересно, насколько оно эффективно. Я, конечно, понимаю, что оно не супер эффективно, но все-таки. Трудная реакция запущена. Нет? А теперь? Я так понимаю, здесь даже если бы у меня он был... Ни хрена себе. Не заряжен, да? По всем? У меня была бы возможность юзануть огнемет. Черт побери! Эти штуки живые. Качают кровь. Хорошо, хоть права не качают. Да, Джесс? Ага, и не говори. Бабло течет рекой. Теперь вот эту пушку надо улучшать. Но то, что оно рикошетит, но все-таки на этих надо по-прежнему тратить. Хотя, знаешь, оно стало действительно мощнее. Я серьезно говорю? Я прям ощущаю это. Ну и учитывая, насколько... Насколько ребята на самом-то деле крепкие. И то, что их толпа. Это... Да. Тем более, учитывая, что это просто вспомогательное оружие, да? Это? Против особенно вот таких ребят. Ну или против толпы. Найс! Конечно же, это всего лишь самое, скажем так, базовое оружие, но все-таки оно работает и классно работает, и четко справляется со своей задачей. И выглядеть стало прикольнее теперь. Больше пиявок, кажется, я на верном пути. Да я уверен, что ты на верном пути, Джесс. Я полностью в этом убежден. Опять маленькая стерва что-то написала. Я нашла его, отец. Этот лес цветет.
питаясь его кровью. Все именно так, как ты и говорил. Древнее, особое, чистое. Это недостающий элемент, который ускорит обращение. Добавив мою кровь, мы сможем создать идеальное потомство, воплощение моей воли и стремлений. Труд всей жизни твоей будет завершен. Они поймут, что мы не зря начали действовать. Чтобы изменить людей, надо изменить мир и заставить их приспособиться. Сука! Да. Это правда. Матерь Божья, отвратительно-то как. Ты про вот этого? Про большого, что ли? Жесечка, правда? Ну туда мы сейчас доберемся, да? Понеслась! Ну давай, давай. Проклятые твари. Да уж. Нет? Песечка, нет? О, тут сейчас заряжается этот огнемет. На удивление. А вот здесь способность. Чего? Чего? Ага, здесь такая же херня. Взрывные элементы. В элементы можно выстрелить из винтовки или арбалета. Внезапно спровоцировав взрыв, наносящий урон ближайшим врагам. Но это херня, конечно, полная. Я бы ее не делал бы никогда, потому что они крайне редко попадаются. Но отсюда я узнал, что у нас, оказывается, арбалет будет. Ни хрена себе. Это прям занятно. Жесть, а ты сюда залезешь? Такое ощущение, что ты, Джесси, оттуда собираешься слезть. Нет, намного сильнее он колбасит. Оно уже практически перестало чувствоваться, какой он урон наносит этим тварям. Давай, Джесси, ты можешь? Нет. Тоже не можешь? Нет, я серьезно, она практически перестала чувствоваться. А тут, вон, заново. Или он, в принципе, крепче стал, или эти твари послабее. Я не знаю, может быть. Может, всякое. Подожди. Тут у нас целая стая. А если я их зажарю? Понятно. Как бы сразу сказали. Джесси, а как туда вообще добраться? Как ты? Серьезно, оттуда можно было цепануть сюда? Каким образом? Нет, там всего лишь денежки, но... Чем дальше в лес, тем толще пиявки. На самом деле... Такое ощущение, что я где-то что-то упускаю сейчас. Ну, тут я уж не устаю. Очко! А, вот оно. Нет?
Хер знает, куда идти, если честно, чтобы не пропустить что-то. Рикошет это именно во врагов. Не просто так. И это очень даже мило. Стой, 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 я уже иду. Я иду, я иду, я иду, иду. Я уже почти пришел. А, вот оно. Нет, 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 только не это, Джесси, это не оно? Да, это не оно, это же... Да, ни хрена себе, и вдруг тут стало столько развилок, обосраться просто. Джесси, как это понимать вообще? А? Это что такое, ребят? О, вот этого я ждал. Но подстава была четкая. Что он отнял, он и вернул. Я все-таки хочу попробовать. Да, каждое гребаное дерево покрыто этими личинками. Я все-таки хочу попробовать вернуться. Такое ощущение, что я могу все-таки туда вернуться. Хотя, может быть, я поспешил там спрыгивать, и я не заметил эту хрень. Вот здесь вот конкретно. Надо было туда зайти. Вот как-то там... Ну, это то, о чем я говорил. Почему нельзя здесь вернуться? Он подтягивается на руках, как дети в школу. А тут что случилось, Джесси? Что, руки сломали? Все, устал, не буду, не хочу, не пойду? Не люблю я такое, конечно, но что поделаешь. Время от времени будешь напарываться на это, играя в такие игры. Это просто неизбежно. А вот это вот я не заметил. Лес. Оу. А сундучок-то здесь модный. Но не настолько, насколько хотелось бы. Но так вот по чуть-чуть там-сям, да? И уже глядишь... Наколедовал. Ну сюда только за этими, да? За сундуком тут больше же ничего нету. Угу. И там нас ждет какая-то лажа, да? Вот прям здесь. Так и знал. Нет? Маленькая стерва продолжает ржать. В лицо Джесси. Ну, практически. Ладно, что же, продолжим уже в следующей серии. Блин, она затягивает, капец. Хотя я рискую, но ладно. Если тебе понравилось, ставь лайк. Новый обновленный Джесси полностью в мятой кожанке, в мятой шляпе и с чуть-чуть, может быть, даже мятой винтовкой. Если понравилось, ставь лайк. Большое спасибо за компанию. Всем особенно отдельное спасибо за комментарии, касающиеся игры, тем более вот. И отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня и Джесси в этом нашем нелегком деле. Копаться в дерьме, знаешь... Вообще нелегко. На Ютубе и на Патреоне.
И... Бо-бой!